Здравствуйте. Сегодня мы говорим с депутатом Государственного совета Чуваши, лидером фракции ЛДПР Андреем Кулагиным. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Васильевич, тема нашего разговора – послание президента России. Не буду спрашивать, смотрели вы или не смотрели. Наверняка вы это видели, слушали. А что вам понравилось и что не понравилось в послании президента? В общем, если говорить о послании президента Российской Федерации Путина, положительно есть такое впечатление об этом послании. Очень много идей ЛДПР было затронуто на этом послании. То есть они очень сильно вторили нашу программу. Впервые на послании с высокой трибуны было озвучено, что в России все-таки живут русские. И для нас это очень приятно. Также хочу отметить, что мне понравилось в послании то, что именно Владимир Владимирович зашел в более конкретные и внутренние проблемы страны, а это проблемы жилья. То, что он начал говорить о том, что будут строиться квартиры для аренды, и для аренды, которая будет по карману нашим гражданам России. Это очень серьезные проблемы на сегодняшний день, и я считаю, что здесь, если сумма будет действительно приемлемой, это будет очень интересным моментом его послания. Также очень понравилось мне в его послании то, что он начал говорить о развитии экономическом, о том, что сегодня в России нужны более дешевые средства на развитие производства, промышленности, сельского хозяйства, то, что процентные ставки необходимо снижать. Это огромный плюс сегодня для нашей страны. Почему? Потому что бизнес у нас сегодня задыхается. Производство сегодня не развивается только из-за того, что у нас, по сути дела, имея огромные процентные ставки по кредитам, мы сегодня с вами все больше и больше опускаемся в кабалу, а не развиваем свой бизнес. Для того, чтобы страну поднять с колен, а мы сейчас идем в ВТО, и мы должны об этом задумываться. И очень приятно то, что даже президент Российской Федерации, говоря с этой трибуны, ставит на этом акцент. И не разбирается, кто сегодня должен заниматься этим, не должен. Центробанк должен решить эту проблему. И мне это очень, скажем так, приятно. Что не понравилось? То, что выборы опять будут одномандатные. Почему? Не потому, что сегодня, скажем так, политическим партиям тяжело проходить в Госдуму там, и так далее. Нет, не в этом проблема. Проблема в том, что у нас опять будет возможность того, что в Думу могут попасть люди с судимостью. Раз. Олигархи, у которых очень много средств. То есть не люди, которые сегодня работают именно с проблемами граждан. Не общественники, а люди просто, у кого есть деньги. И это огромный минус. Сегодня и так много, вот, допустим, если вы посмотрите даже на наш Госсовет Чувашской Республики, у нас 50 на 50 вот как раз прошли выборы. Многие одномандатники, ну не многие даже, вот, все одномандатники практически люди хорошо обеспечены. Угу. Почему? Потому что человеку с умными идеями, общественному деятелю практически выиграть выборы невозможно. Вот поэтому это проблема. Вы отметили много положительных моментов, есть отрицательные, да, вот то, что вам не очень понравилось. А что, по-вашему, какие шаги необходимо предпринять в Чувашии, чтобы выполнить пожелания президента? Вы знаете, впервые Владимир Владимирович сказал на послании о том, что за серьезные проблемы в регионах будут отвечать сами руководители субъектов федерации. И я считаю, что это правильно. Потому что руководитель субъекта федерации сегодня должен не просто исполнять те или иные законы, думать о развитии, он сегодня должен быть связан с общественностью. Это политические партии, это конфессии, это общественные организации всевозможные. То есть сегодня один президент Российской Федерации не сможет решить все проблемы страны. Сегодня ему нужна команда. И команда не только той исполнительной власти, которая у него есть, а всех политических партий, конфессий, общественных организаций. Мы со своей стороны готовы помочь полностью. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Напомню, что сегодня о послании президента Путина мы говорили с депутатом Государственного совета, лидером фракции ЛДПР в парламенте республики Андреем Кулагиным. До свидания. До свидания.